Мобильное приложение МЧС России может стать помощником в опасных ситуациях, сообщает администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской». Сервис призван содействовать формированию культуры безопасного поведения. В приложении можно позвонить в службы спасения, определить геолокацию. Пользователям доступны памятки и советы по безопасности в быту, оказание первой помощи пострадавшим и много другой информации. Кроме того, в приложении реализованы новостные ленты и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях. Приложение можно скачать бесплатно. Ветеран СВО Фарид Мифтахов мечтает, чтобы родной Самарский край процветал, потому поступил в Школу Героев. Об этом сообщает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Школа Героев – региональная программа, инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым и самарским филиалом Фонда «Защитники Отечества». Она призвана поддержать ветеранов специальной военной операции и продолжает президентский проект «Время героев». На госуслугах через суперсервис рождения ребенка можно зарегистрировать малыша, сообщает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Медицинское свидетельство – это первый документ ребенка, который получают, чтобы оформить свидетельство о рождении. Электронная версия позволяет зарегистрировать рождение ребенка онлайн и получить ряд услуг еще до того, как родители заберут в ЗАГСе свидетельство о рождении. За 2,5 года сервисом рождения ребенка на госуслугах воспользовались более 620 тысяч раз. Онлайн было зарегистрировано рождение каждого пятого малыша.